монахи. Да, у нас есть и монахи воюющие. Господь никогда не запрещал брать монаху, верующему человеку, оружие в руки для защиты своей земли. Ничего страшного. Я верующий человек, многие мои друзья верующие люди. И не обязательно это, то есть мы стоим, ну, я уже много раз об этом говорил, мы стоим на страже своей земли. Мы стоим на страже веры нашей православной. Мы ни в коем случае не дадим обидеть ни один из наших храмов. Вот, и я, то есть я, ну, пытаюсь со всеми священнослужителями развеять их, как говорится, ну, сомнения и страхи, если они возникают. Вот. Ну, слава Богу, пока нам удается эту ситуацию держать под контролем. Вот. В скором времени, я думаю, завершится эта так называемая контртеррористическая операция, как обычно, полным провалом киевской хунты в любом их начинании, потому что они лжецы, обманщики, да и просто негодяи. Негодяй – это негодный человек, то есть он ни к чему не годится. На нем даже пахать нельзя. И мыло с него вонючее получается. То есть, ну, понту никакого. Вот что меня сегодня поразило на митинге у Вечного огня, что необычность речи. Речь была за русских славян православие и победу, великую победу. Но та великая победа была общей, интернациональной великой победой. Ну, не только русские. И уж, наверное, не когда не вполне православные. Почему? Все-таки Советский Союз победил. Ну, знаете как, Советский Союз, это понятно, победил народ. А название Советский Союз или Россия одно и то же. Ведь немцы нападали, они же не выговаривали на Советский Союз, они на Россию шли. И они всех называли русским, хотя он и украинец был, там, или не украинец, но какой-то другой национальности, они всех русскими называли. То есть воевали они против России. То же самое сейчас, тоже против России. Нас пытаются каким-то образом завязать с Россией там, и так далее и тому подобное. Побаиваются все чеченцев. Ну, в принципе, нормальные, мирные ребята. Вот. Бараны у нас есть, так что есть чем их кормить. Мы знаем. Вот. Все нормально у нас, все в порядке. Вот. Как вы относились к тому, что Путин позавчера призвал отложить референдум и, в принципе, позитивно высказался о президентских выборах? Не призвал, а предложил. Предложил. Как вы к этому относитесь? Да ну как, я озвучил вчера, это повторюсь вам тоже. Значит, если Владимир Владимирович, я прошу прощения, Петрович, у меня журналисты, что, быстро? Что, говори.